Это коснулось каждого из нас. И даже больше, чем вы себе представляете. Улицы опустели. На полках магазинов пусто. Это коснулось наших банковских счетов. Мы все пострадали. Это коснулось каждого из нас. Мир полностью замер. Все это стало свидетельством того, насколько мы уязвимы. За один день люди потеряли бизнесы. Вы не можете работать привычным образом и даже не можете пойти на свою работу в ресторан, магазин, кафе, парикмахерскую. Вы не можете зарабатывать и даже тратить деньги, как обычно. Это коснулось всего, к чему мы привыкли. Пострадали источники дохода. Наше чувство безопасности пошатнулось. То, что сейчас с вами происходит, это реальность. Мы все это чувствуем. Страх. Страх – это сегодняшняя реальность. Неопределенность – это реальность. И в ближайшее время это не закончится. Это не особо приятное видео. Но это то, что вы чувствуете. И сейчас настало время что-то предпринять. Сделать выводы и диверсифицировать. Оглянуться по сторонам. Подняться на новый уровень физически и финансово. Но вопрос заключается в том, как и когда это можно сделать. И хорошая новость для вас. Это видео как раз ответ на этот вопрос. Есть простой способ зарабатывать онлайн, но большинство людей даже не знают, что это возможно. Но уже есть те, кто использовали эту возможность. Новый способ получения нового источника дохода. Вы можете начать прямо сейчас. Каждый из вас может развивать ваш собственный бизнес уже сейчас. Если у вас есть смартфон, вы можете развивать этот бизнес. Если вы умеете отправлять сообщения, вы можете развивать этот бизнес. Если вы зарегистрированы в Facebook или Instagram, вы можете развивать этот бизнес. Мы уже это делаем. И мы покажем, как вы можете это сделать. В тот момент, когда практически все отрасли терпят убытки, наш бизнес процветает. У нас есть то, что люди ищут. И сейчас как раз тот момент, чтобы узнать подробнее, о чем идет речь.